Всем привет, дорогие друзья, с вами КРЗ, и сегодня мы с вами поиграем в новую обновленную версию игры Incredibox V1. Короче, у нас несколько дней назад вышло обновление, в котором просто совершенно все изменилось. Вот я сейчас вам для сравнения покажу, как выглядел Incredibox V1 до этого и как он выглядит сейчас. Я даже не представляю, что сейчас будет, потому что тут стало звуков в два раза больше примерно. Не знаю, какие будут концовки. Мне кажется, что старые так и останутся, как и были. Итак, давайте начнем с самого первого. Битс. Так, вот этот звук я точно помню был до обновления. Только сразу заметно то, что немножко перезаписали звук, и он стал более качественный. Так, давайте дальше. Вот это не могу сказать. Но вроде бы тоже было. Так. Ну пока на самом деле такие все звуки. Давайте дальше пойдем. Вот этого звука, по-моему, не было. Потому что я очень много играл в первую часть до обновления. Но сейчас так не могу сказать. Сразу слышится то, что звук совершенно поменялся. И вообще все поменялось. Так. Уже неплохо, кстати. Начинается жаришка. Вот этот был звук. Вот этот был. Да, неплохую анимацию, кстати, сделали. Вот в первой части до обновления там анимация была совсем уж страшная. А вот сейчас прям кайфово. Так, дальше. Вот этот звук тоже, по-моему, был уже. Так, ладно, давайте пока их уберем всех. Чтобы следующие у нас поместились. Так. Змея какая-то. Ну, прикольно, прикольно. Заморочились. О, вот это вообще кайф. Так. Офигенно. Хоть на рингтон ставь. Вот чего не хватало в первой части. Да, офигенно. Просто шикарно. Думаю, через несколько дней, ну где-то через недельку, может, все-таки выпустят обновление для мобильной версии игры и добавят там вот эту часть. Потому что в мобильной версии там все версии были, кроме первой. А теперь обновили и, думаю, добавят. Пока что, кстати, нету обновления. Меня уже спрашивали ВКонтакте, много задавали мне вопросов. И просили заснять уже наконец-то это видео. Но я ждал, пока выйдет на телефонах эта версия, но ее пока что нет. Я вот сейчас, кстати, играю на компьютере, кто не понял. Так, продолжим, что-то я отвлекся. Так, ну прикольно, прикольно, мне очень нравится пока что. Обалденно. Вот если раньше чувствовалось, что игра 2009 года, то сейчас уже сразу видно то, что это что-то новое. Да, ну офигенно. Да, офигенно. Так, давайте пока их уберем всех. И дальше пойдем. Блин, офигенно, офигенно. Если бы еще сделали им какие-нибудь там кепки разные, футболки... А то они все на одно лицо. Этот звук тоже, по-моему, был. И этот тоже, вроде бы, первый. Клево. Так, у нас осталось только, получается, вокал. Вот этот был. Этот звук точно был, помню. Они как раз там двое были в конце. Вот этот тоже был. Но тут уже совершенно другое звучание. Если раньше был голос такой
немножко хриповатый, то сейчас прям четко все. Так, и последний у нас остался. Так, давайте их... Ой, что я сделал? Заглушил их вообще на всех. Вот. Обалденно. Просто шикарно. Нам осталось собрать только концовки и уже посмотрим, что там для нас приготовили. Но вот мне пока кажется то, что очень не хватает контрастности все-таки. Черно-белые тона — это, конечно, стиль, но не хватает его тут. Я имею в виду красок, а не черно-белого. Черно-белых то цветов тут завались. Давайте сейчас соберем все-таки первую концовку. Очень интересно, на самом деле, что там для нас приготовили. Будет очень обидно, если там просто вот эти концовки старые. Так, этот не подходит. Так. Блин, жаль то, что тут еще не сделали такое обновление, чтобы сразу показывались, из каких персонажей делается концовка. Концовка, бонус. Постоянно мне пишут в комментариях то, что я неправильно называю эти бонусы. Правильно, бонусы, а я называю концовками. Мне так почему-то более привычно. Так, этот не подходит. Отлично. Почти собрали. У меня прям переполняет меня интрига, что же там все-таки будет. Так. Ну где же ты последний? Во, все. Отлично. Стартуем. Так. Да, концовка старая. Но все же я заметил то, что до обновления тут вместо цветка у него, у этого персонажа в руках, был крест. А теперь тут цветочек. Ладно, хоть небольшое, но изменение. И еще я прям чувствую, что голос изменился немножко. Да, перепели. Так, ну отлично, мне нравится, очень нравится пока что. К сожалению, новую концовку никакую для нас не подготовили, но обновили старые. Так, вторую давайте посмотрим, что там у нас. Так. Блин, надо было запоминать, где какие. Какие куда подходят. А то сейчас искать их всех тут будет долговато. Пока еще ни одного не нашел. Где же все? В конце, что ли? Ага, вот первый. Блин, обалденный, просто так меня зацепил этот звук. Реально, на рингтон себе на телефон поставлю. Прям такой джаз отдает. Шикарно. Так, ну, опять последний, где ты? Последний, да? О, последний. Так, запускаем. Так, ну тут, по-моему, ничего не изменилось. Такая концовка, как и была, так и осталась. Только вот со звуком тоже перепели. Прям явно слышно. Так, ну давайте последнюю соберем. Посмотрим. К сожалению, я от концовок ожидал большего. Но, как говорится, что есть, то есть. Так. Так, последняя концовочка нам осталась. И... что-то тоже их не могу пока найти. Вот, второй. И в конце постараюсь собрать музыку из тех персонажей, которые мне понравились больше всего. Так, опять последний. Во, все. Давайте посмотрим. Так, ну и тут тоже заменили только звук немножко. Ну ладно, концовки мы с вами посмотрели. Давайте сейчас соберем что-нибудь такое особенное. По-моему, вот этот вот чувачок, джаз такой. Да, прям кайфовенько. Так. Так, отлично, давайте еще сюда биточков. Да, отлично. Так, и что-нибудь из вокала сюда давайте еще подбросим. Отлично. Так, ну в принципе,
игрушка мне понравилась. Вот добавили то, чего не хватало, к сожалению, с концовками. Нас не так сильно порадовали. Я на самом деле ожидал то, что в концовках вместо вот этого чувачка, который у нас в концовках поставит, вот этого нашего стокового. Было бы прикольнее и забавнее. Вообще непонятно, кто это такой в концовках. Если вы знаете или у вас есть какие-нибудь предложения, напишите об этом в комментариях, потому что я прям... У меня что-то цепочка эта логическая в голове не строится. Ладно, ну, в принципе, тут уже с вами все посмотрели. Игрушка мне понравилась, ждем, когда ее анонсируют на телефоны. Если вам тоже эта игра понравилась, то напишите об этом в комментариях, поставьте лайки. И, в принципе, всем удачи, всем пока.